Мы вчера вот поговорили о вашем хобби, о самолетостроении, о строении беспилотных летательных аппаратов. Скажите, вы в курсе, что молдавская армия приобрела более 700 дронов военного назначения? Ну, по поводу количественного состава я ничего сказать не могу. Почему? Потому что мне никто не докладывает, да и я не интересуюсь. Мне этот вопрос не интересен. Конечно же, есть летательные аппараты в виде дронов. Есть склад, где они размещены. Дальше что? Дело в том, что просто так управлять этим летательным аппаратом невозможно. Хорошо управлять радиоуправляемым самолетом я научился на 40-м году своей деятельности в этом направлении. Я не говорю, что каждому надо 40 лет этим делом заниматься. Нет. Ассоциация авиамодельного спорта Республики Молдова в состоянии организовать тренинги, организовать школу по подготовке пилотов, организовать ремонт и обслуживание этих летательных аппаратов и другие принципы. Я, конечно, уже в свое время обратился к руководству Министерства обороны с таким предложением. Ребята, мы с вас денег не берем. Дайте нам вас научить. Дайте нам вам помочь. На что ответили нет категорически. Потому что мы не знаем, как вам платить. Мы не знаем, какой вы ориентации, ну и другие вопросы. Ну, вот пока на сегодняшний день вот так вот. Ориентацию в смысле геополитики? В смысле геополитики. Восток-запад? Да, да. Владимир Ильич, большое спасибо. И я думаю, что я и завтра к вам приду в гости и буду вас мучить вопросами. Спасибо.